просто такое чувство, я не могу. Перед президентом Российской Федерации я не верю. Меня зовут Илья Стресси. У вас есть какое-то событие из вашей молодости, которое вы помните до сих пор? Молодость давно уже прошла, что-то забыл. Ну, есть, конечно. Это в основном спортивное событие, связанное со спортом. Самое яркое событие. Это подарок из Танзании. Спасибо большое. And our prestige and clothes. Давайте покажем это в камеру. Спасибо. Спасибо. Mr. President, this is the key. Is from Mozambique. Это из Мозамбика. Me permita que eu lhe ponha. Хочу вам прикрепить значок. Подарок от Сербии. I have from our flag. It is such an honor, and I want to thank you.